Всем привет! Добро пожаловать в клуб адептов кухонной магии. Сегодня у нас на повестке дня 6 бустерочков свежего нашего сета «Тени над Инистрадом». Я думаю, я вот теперь буду по полдюжины открывать, наверное, каждую неделю, где-нибудь так примерно, в таком режиме. И первая половина дюжины будет у нас сегодня. В прошлый раз мы открывали большую пачку, там, по-моему, 21 бустер был. Пришло немало неплохих, хороших даже, я бы сказал, редких карт. Джейс. Заявление в камне, что-то там еще. Тварь во льду. Так, ну, что нам придет в этих 6 бустерах? Вот это меня интересует сейчас гораздо больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Инвазивная операция. Крот с могильника. Злобный шепот. Редкая карта «Пожиратель душ». Так себе, так себе. Так, давайте я прочитаю ее. Две любых, две зеленых стоит. Существо «Вурм», то есть червь. 3-3. Пробивной удар. Буйство. В начале вашего шага поддержки, если среди карт на вашем кладбище есть не менее 4 типов карт, положите 3 жетона +1/+1 на пожирателя душ. То есть он становится такой вот немножко 6-6 с чуть-чуть пробивным ударом. Второй бустер. Не хочет открываться, наверное, что-то он там пытается скрыть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Интриги на Хире. Катар-ветеран. Раздоры в войсках. И редкая карта. Из-под половиц. Три любых, две черных. Волшебство. Бешенство X любых, две черных. Положите на поле битвы 3 фишки существа 2-2 черные зомби повернутыми, и вы получаете 3 жизни. Если стоимость бешенства заклинания из-под половиц была оплачена, вместо этого положите на поле битвы X таких фишек повернутыми, и вы получаете X жизни. Это, опять же, шаг в сторону реаниматора. Не знаю, может быть, какие-то колоды подобного плана и появятся в новом стандарте. Третий бустер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Открыть арсенал. Щедрый аристократ, топор убийцы и редкая карта гостя приюта. Хорошая редкая карта, ей пророчат активное будущее, играбельное. Одну любую, одну черную стоит, существует вампир-чародей, 3-1. В начале шага поддержки каждого игрока, если у того игрока в руке нет карт, вы берете одну карту и теряете одну жизнь. Потеряете много жизней, надровываете много карт. Главное от этого не двинуть коня. Так, четвертый бустер. Пока что ничего экстраординарного не было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь, может быть, будет фойл. Я так и не разобрался в этой системе фойловости. Наследница Фалькенратов, наследница. Неуловимая мучительница.
Две любых, две черных стоит. Существо вампир-чародей 4-4. За одну любую сбросьте карту, трансформируйте неуловимую учительницу, она превращается в коварный туман. Существо 0-1, порчоустойчивость, неразрушимость. Коварный туман не может блокироваться и не может блокировать и не может быть заблокирован. Каждый раз, когда коварный туман атакует и не заблокирован, вы можете заплатить две любых и черную. Если вы это делаете, трансформируйте его. Достаточно прикольная карта. Приятно, что она в uncommon слоте у нас редкая. Безумный приходской клинок. Мертвый скакун. Скелетный ключ. И теперь должна быть какая-то редкая карта, видимо, все-таки. Укрощение бури. Две любых и красные чары. Каждый раз, когда вы разыгрываете мгновенное заклинание или заклинание волшебства из вашей руки, вы можете разыграть целевую карту с таким же именем, что у того заклинания из вашего кладбища. Волочки в стопку. Это был... Какой у нас? Четвертый. Сейчас у нас пятый будет. Под кожу, рехнувшаяся переписчица, уленвальские тайны, маскарад в стенсии и редкая карта, дневник Тамио. Артефакт 5 любых стоит, легендарный артефакт, должен заметить. В начале вашего шага поддержки используйте дознание. За поворот и пожертвование 3 улик найдите в вашей библиотеке карту и положите ту карту в вашу руку. Затем перетасуйте вашу библиотеку. В принципе, как бы... Может быть, это и будет играть. Такой тьютор, который ищет любую карту. Совершенно любую. Правда, сам по себе 5 стоит. Может быть, эта карта к тому времени, когда вы сможете сыграть этот дневник, эта карта будет уже и так у вас в руках. Последний бутер на сегодня. Последний на сегодня бустер. Дерзкий сыщик, ускользающие воспоминания, хранитель земель, топор молний, четвертый uncommon, редкая карта храм на кладбище кораблей. Я про него уже говорил. За поворотом добавляет бесцветное в ваше хранилище маны. За 3 можно вернуть храм на кладбище кораблей из вашего кладбища на поле битвы повернутым. Не очень понятная земля, которая... Не очень понятно, для чего нужна в сете, где нету монокостов, требующих бесцветную ману. Но, тем не менее, такая вот земля. И, видимо, будет какой-то фойл. Файловый лес. В последнем бустере нам пришел файловый лес, который неполноформатный, поэтому ничего особо не стоит. Вот такое вот получилось скрытие, не сказать, чтобы супер крутое, но тем не менее неплохое. Сейчас мы посмотрим карточки, которые к нам пришли. Файловый лесочек красивый, но бесполезный. Храм на кладбище, дневник Тамио, достаточно интересная рарка. Укрощение бури, неуловимая мучительница, хороший рар, который мне нравится. Гостья приюта, тоже хороший рар. Из-под половиц и пожиратель душ. Вот такие карты, вот такое вскрытие. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на нашу группу будет под видео в примечании. Ставьте лайки, играйте в магию, будьте клевыми. Всем спасибо, всем пока.